Привет, друзья! Сегодня покажу вам классное блюдо. Готовится просто и выходит очень-очень вкусно. В общем, смотрим, поехали. Мясо обжарить до золотистости. Добавил чуть приправы к мясу, можно просто соль, перец. Добавляем лук и еще до золотистости лука. Добавляем грибы и еще минут 7 с грибочками. Форму для запекания смазали немного растительным маслом. Половину мяса с грибами и луком выкладываем на дно, смазываем майонезом, готовлю со Светланкой. Выкладываем слой картошки, немного соли, немного перца черного, майонез. Остальное мясо с грибами и опять майонезик, помидоры, картошка, немного соли, немного перца и майонез. Накрываем фольгой. И в духовку 180-200 градусов на 40 минут. Сверху добавляем тертый сыр. И отправляем еще в духовку минут примерно на 10 плюс-минус, чтобы сыр немного подзолотился. И, друзья, вот такая вот вкуснятина готова. Обязательно попробуйте, очень-очень вкусно. На этом все. Всем спасибо. Обязательно пишите комментарии, подписывайтесь. Всем мирного неба, удачи, пока.